Всем привет, друзья! Задрот.сиси, либо Задрот.сиси, я точно не знаю, как называется, но это должно быть интересно. Дядя да. Женя, Брейн, возвращаются в самп. Да, всем привет. Так, хорошо. Оригинальное название, да. Задрот.сиси. Задрот.сиси? Задрот.сиси, да. Задрот.сиси. Эй, Санек, ты где играешь? Я играю на Задрот.сиси. Да. То есть, типа, Задрот.сиси. Ну, классно. То есть, название, по крайней мере, оригинально придумано. Ну, фанаты женской груди, Задрот.сиси. Сколько на полеты стоит? Или палеты. На палеты, видимо, все-таки. Неважно. Да. То есть мы пришли на сервер, что мы делаем, по сути? Мы должны получить права, да? То есть лицензию должны на вождение автомобиля. Ну, необходимо. Первая необходимость, да, это сразу же, конечно, слушай, же, права. А ты заметил, гамма здесь какая-то сероватая и приятная. Вот мне почему-то серый цвет приятнее. Да, здесь он приятнее, чем когда здесь светло слишком или когда темно слишком. Да, согласен, да. Особенно так, луна. Хорошо. Луна на небе похожая на блин бывает. Смешно смотрится. А мы смотри, мы все с тобой стафы. Мы стафы, да, мы рабочие. Стафы, да. Анна Джефферсон говорит: доброго времени суток. Меня зовут Анна, чем я могу вам помочь? Я Анна Чапман. Чем я могу вам помочь? Ой, подожди, что-то я Enter нажал, куда он побежал? Здравствуйте, я сотрудник. Ты побежал на мотороллер садиться просто, и все. Классно. Через этот... Давай пойдем посмотрим. Лицензиаров онлайн можно посмотреть командой Licensors. Угу. Хорошо. Ну, окей. Давай смотри, как интересно. Зайдем-кась. О, смотри, машинки висят. Что-то я не обращал внимания на них. Я тебе как раз хотел сказать, что висят тачки. Языки пламени. Которые доступны в GTA 5, кстати. Такие машинки же, вот такие. Эти, да. Нифига себе. Порше. Так, сдать тесты, получить права. Но... Что у нас тут так, еще? Нашли... Доступно... Чем нас удивят в этом случае? Только для игроков первого левела мне. А, да, мне тоже написано. Карта. Карта. Это кусочек вот этого вот райончика только получается, да? Да, давай посмотрим. Давай. Экзамен выйдем. Еще не начал. То есть все стоят на улице, я так понимаю, ждут, да, пока экзамен начнется? Да, мы пробежечку сделали, просто посмотреть, Шишки. Что и как. Так, ну где там эта Анна Чапман была, которая разоблачает там? Жень, смотри, какая машина, смотри, какая едет. О, а что-то я в Сампе раньше не помню такие тачки. Есть, но она техническая, видишь, дороги чистить вот. Смотри, нифига. Видишь, как Паша... Да, прикольная тема. Паха Гончаров. Паха, ну ты даешь, такую тачку себе откопал. Слушай, такой бич сидит, так развалился, так это моя машина. Это моя машина, все. Это моя. Фред Скалета подъехал, посмотрел и свалил отсюда. Так, ну что, давай разбираться. Анна, давай напишем ей, нам нужны лицензии. Анна. Как писать? А, F6 точно. Да, давай F6. Я Enter нажимаю по привычке. Ну, либо Т, либо Т. Анна. Так, привет. Нам нужны ли... Нет, не нужны, вот так, нужны лицензии, во. Ой. Нам нужен лиц. Ну, лицензии, сокращение. Нам нужен лиц, Женя у нас краткость. Нам нужен сестра, лиц, мать его, да, талант, ну, как да? В школе учили, говорили, сокращайте слова. Сокращение мать учения, да? Да. Так, наверное, да? Я лицензиар прайс или прейс. Чем могу? Прейс, шутер какой-то. Где прейс? Оружие. А вот прейс. Давай, вот прейс. Оружие, что это? Подожди, тебе же Анна ответила, какую лицензию? Права, оружие, воздух, вода, рыбалка. Что ты хочешь? То есть мне надо лицензию, чтобы воду рыбачить, да? То есть, чтобы рыбку половить, там, на червячка заморить. То есть мне надо лицензия. Нам все. Давай, да. Нам все. Я беру все. Мне хватит на все, в принципе, да? На все деньги все. Давай, на все. Ой, все. Ой, все, давай там все. Да. У нас 30 бачей, у меня, к сожалению. Жень, передай мне БПЛА немножко. А как это сделать на этом сервере? Ну, я думаю, команда, покажите паспорт, пожалуйста. А как показать паспорт? Наверное, паспорт. Ну, давай ПЭС попробуем написать. ПЭС. А, вот, да, ПЭС, игрока, часть имени. Можно 176. Так, ПАС 176. Окей. ПАС 176. Вы показали паспорт, а не Джефферсон. Ну что, Анушка, ты посмотрела, что там у меня написано? Пойдем, я не Олег. Я не знаю, что там может быть. А ну, покажи мне свой паспорт. Просто давай, а ты какой у тебя ник? А, 181. Пойдем, мне пишут. Пойдем, Олег. Подожди, я тебе хотел паспорт показывать. А, вот я показал. Подожди, я что-то уже... Я тебе показываю. А, гражданин работы нет, женщина 21 год, предупреждений 0. Вот так, значит, сотрудников, да? Автошколы. Слушай, тут что-то много народа желающих, да? Да, все хотят получить какие-то лицушечки. Как в очередь за колбасой, доктор. А, подожди, Жень, это твой паспорт. Я думал, это ее паспорт. Нет, ты же мне... Ты же попросил показать, я тебе показал. Отлично. Так, ну что, разбираемся, куда бежать-то, что делать? Ням-ням-ням. Сейчас она стоит, думает, не подожди. Разбериха, я же в суматохе запутался. Стой возле Анны Джефферсон, она все сделает тебе.
Как-то пошло прозвучало сейчас. Нужно написать «accept». Она предложила нам все лицензии. За оружие «accept» нажимаешь. Окей, название лицензии. Смотри, доступное название. Секс, дракс, репейр, лоер, лайф, рефил, кар, медик, механик. Нифига, ну это же РПГ. Мы же забыли сказать. Мне нужна лицензия на вождение автомобиля. Ну, кар. «Accept car». Сейчас напишу. Так, тихо. «Привет». Блин, опять английский. Вот так вот, видишь, это же, мы забыли сказать, это же RPG-сервер, это же не RP. Вот в чем дело-то, почему ну, здесь так, на секс-лицензия. На секс-лицензия должна быть? Приходишь к жене, женушка, хочу заняться, а у тебя есть лицензия, мудак? Прости, дорогой муж, но вот вчера как раз лицензия была просрочена. Да, придется тебе... Никакого секаса, все, друг мой, иди и наяривай сам, да? Езжай к Анне и получай у нее лицензию. Угу. Нужна лица на авто. Цена 4К, но сегодня для вас скидка 50%. Ой, да друг, ладно. А можно еще ниже, потому что у меня ни 4, ни 2К нет. У меня нет таких денег. У меня нет. Да блин, что ж такое? У меня нет таких денег. Так, accept license. Ага. Будете покупать. Слушай, кажется, кто-то хочет наживиться на этом. Вы приобрели лицензию на управление автомобилем. Мне дали за $1 всего, Олег, ты чё? $1 стоит. За $1, а с меня 2000. Сначала 4, потом типа по-братски 2.5, типа. Я же говорил, подойди к Ане, зачем ты идешь к шутеру, к этому мутному? Я не подходил к шутеру, шутер сам подошел. А я от него отошел. Вы можете заработать на работах. Ага. Серьезно? Заработать на работах? Анушка, ты мое спасение, детка, давай. Я работать на работах не хочу, я хочу сразу получить лицензию. Все, я и на оружие получил за $1 у Анны, и на права тоже. Так получить что... лицензию. Вот видишь, мозги с шутером парил, а теперь нет лицензии. Я не парил, он сам подошел. Лицензию на авто. А я вот уже все. Я пока вежлив, пока все нормально. Пока хорошо, мы срываться не будем, все люди тут работают. Я уже из наводный транспорт приобрел лицензию, мне Аннушка предложила. Мне передали 3300, отлично. Воздушный транспорт теперь мне Анна предлагает. Так, шутер, я не буду покупать, давай, Аннушка, мне бесплатно. Зачем платить за то, что можно взять бесплатно, по сути, да? Ишь ты какой! Можно взять лицензию на шарика. На шарика, он хочет взять лицензию. Так, на рыболовство мне предлагает лицензию. Короче, мне все лицензии предлагает Аннушка. Слушай, мне она ничего не предлагает. Но она, видимо, за мной занята. Сейчас, видишь, обслужит клиента и переключится. Давай. Все, всего вам доброго, удачной игры. Все, спасибо, мне все дали лицензии. Я теперь крутой лицензированный. Пишал accept, да, надо писать? Accept license и пишешь fish, air, там, water, matter, fatter. А для машин? Weapon, car, ну и так далее. В общем, все, все пишешь вот как... Я очевидные понимаю, слова. Для авто что писать? Accept license car, потом accept license, там тебе же пишется наверху, что тебе предлагают. Видишь, там на воздушный транспорт пишешь accept license air там. Даже так. Я же говорю, очевидно все. Хорошо, мне только для тачки, в принципе, надо. Нормально. Ну, я на всякий случай на все принял. Столько времени на это угробили. Так, это не та машина. Вот, коричневенькая, цвета какашечки. Или нет? Уверен? Да. Радзи, видишь, Роуди. Данил Шалопей. Мне кажется, должно быть это как-то проще все, нет? Да нет, и так все, и так доходчиво. Я, видишь, сразу как-то понял, что по логике оружие, weapon, там, на воздух лицензия, по air. Ты понял, к тебе подошли, ко мне обратились, но тебя обслужили по логике, да? Не, ну ты же ушел к шутеру. Я к шутеру не подхожу, он сам подошел ко мне. Надо было уйти от него, сказать, уйди, противный. А, вот так и сказать. Ну так скажешь в следующий раз сам это. Кому? Ну, кто подойдет к тебе, почему я должен ходить человек? Встаньте на пикап, чтобы начать на пикап встать. Встаньте на пикап, чтобы начать работу. Доступно только для мужчин, ребят. О, а я... Подожди, а, точно. А ты что, выбрал женского пирса? Да. Ха, ну-ну. Я решил разнообразиться. Для мужчин, ну-ну. Так, сдано литров, понятно. Надо написать им только... Это только для мужланов. Только для мужачина. Это только для бащат. Женщина не хочет работать. Ой, все, не работает. Странно, да, что тут такая вот расовая, да, дискриминация. Ну как расовая? Женщина это раса, что ли? Да, да, можно сказать по расовой. Смешно. Потому что я вначале еще там выбирал, по-моему, расу, да? Тут же можно выбирать? Я не выбирал расу. Не выбирал? Нет. Харконины. Взял стакан. Ну да, логично, что это у нас что вообще? Куда мы пришли? Я что-то как-то...
Напомни, Женьку. А, секс. Спермобанк. Это спермобанк. Сет-секс. Окей, давай попробуем сет-секс. У нас уже где-то был спермобанк, были, я помню. Были. В ролике уже когда-то был. Пролил все на пол, смотри. Если используйте сет-секс, если вы девушка. А вот, все, мы будем сейчас задавать яйцеклетку. Давай, два. Сдавать яйцеклетку. Ваш хорошо. Пол изменен. Стол. У меня еще игра не готовила. Ну а что, ты же... Ну да. Женщина. Если у парень... А, ясно. Сет-секс 2 пишет, да. Так, ну, окей. Теперь написано, доступно только для мужчин. Доступно только, да, действительно, для мужчин. Так, ребят, куда бежать, делать? Куда зайти? А тебе тоже пишет, да, ну, что для мужчин? Мне написано, что ваш пол изменен, но все равно для... А может, надо зайти сюда, смотри, комнатка открытая. На одно кресло. Я зашел, допустим. Нужно баночку взять, а где баночка? Ребят, там? Ну так баночки же нет. Так это только для мужчин. Ням-ням-ням-ням. А где ее брать-то, ёпта? Так, видимо, где вопросик вот этот вот горит. То есть, ну, я встаю. Сейчас я ему напишу еще раз. Для мужчин опять же пишу. Это только для мужчин. Жесть какая. А, подожди, может быть, нам надо взять сет-секс мужской пол себе поменять, а не женский? Мы с тобой поменяли пол, блин. Твою мать. Когда слоупок и сет-секс один. Твою мать, тихо. Один. Все, ваш пол изменен, окей. Вот теперь можно далее. Возьму, взял баночку. Ладно. Пойду в какую-то комнату. О-о-о. Как оригинально, да? Главное, дверь не закрывать, чтобы все это видели, все это лицезрели. Слушай, что мы тут делаем? Что там, в узелок завязываешь, что ли? Или что? Хотя я тоже завязываю. Я не за фейл у меня написано. Я пролился на пол. Да как? Анкл Сэм Кутин. Вот это шикарно. Даже в ладоши похлопал от радости. На штаны. Ой, бля. Ноль баксов. Ты что, совсем не снайпер, что ли? В стаканчик не попал? А сам-то вообще на пол пролил, так что не надо. Не, ну я хоть нормально, я увлекся, а ты вообще в стакан не мог смотреть. А я пошел еще раз, потому что попытка не пытка, мне ноль дали. Делаем бабло. Делаем бабло, да. Води бабло другим бабло. Все, я кончил стакан. Ну, что, подожди, что у меня? Кончай в стакан. А, взял стакан. Так я тоже взял стакан. Так кончай в стакан. Я все сделал. Короче, хотите забрать деньги? Да, 50 баксов дали, пожалуйста. Если вы хотите как-то... А почему? На что влияет, по сути, в стакан или... Рандом, скорее всего, мне кажется. Кончил на штаны. Ты бы стала сюда кастинги Вудмана забабахать. Шикарный сам вообще, да? Да-да-да, на кастинг Вудмана. Кончил на стену. Мазила, блин, мазила. Уже второй раз. Я со второго раза сдал это все. Думаю, с третьего раза мне повезет. Ну окей, я тоже иду, давай. Еще разок. Я взял стакан, ты тоже взял стакан. Маленькие бронята тут не будут бегать, да? Не получается никак, понимаешь? То на стену, то еще что-то. Ну, учитывая, что ты женщина, видимо, да, не очень удобно там это делать. Чуть не промахнулся, но нормально. Ой, я в шоке, серьезно, от происходящего. Это чипец какой-то. Я чуть не... Опять на штаны. На штаны? Нет, Жень, сегодня не судьба, понимаешь? То есть никак. Ну, вот, я сдал. Хотите забрать деньги? Меня уже три раза троллят, три раза подряд. Ноль забрать свой. Бублик свой. Забери бублик. Я два раза... 100 баксов. Ладно. Взял стакан в штаны. Понятно, не судьба, короче. Не снайпер. Да. В лузу попасть. Окей. Так. Ничего, ничего, как-нибудь в следующий раз обязательно получится. Это смешно. Как-нибудь следующий, да, да. Да ну что на штаны, то еще куда-нибудь. То на стены маленькие бройнятки. Нет, олдскул по стенам растекается, да? По штанам, по штанам. Миллион фанатов олдскула, да? Маленькие брынятки. Нормально. Шутки за 300 у нас сегодня, да, в рубрике. Обнэйшн. Так, слушай, а я не купил лицензию на оружие. Вот видишь, вот я ж тебе говорил, купи. Сейчас, а, выбрать оружие. Выбрать карту. Давай выберем карту какую-то. Давай выберем скалу. Хочешь, как Сильвестр Сталлоне, давай скалу выберем. Я могу выбрать три вида оружия. У меня будет дигл. Ну, давай. У меня будет бита. Я шотган возьму. Возьму АК-47. Это Витя и Максим, чтобы мне помогли. Регистрируйтесь, решите вопрос, кто круче. МП-5 назад. Так, установите ХП-100. Ваш соперник. Выбор. Олег Брендитас будет мой соперник. Ставка будет... Хорошо. Ставка будет 20 косарей. Я щедрый. Хорошо. Никого не жалко. Карту для дуэли. Этот игрок сейчас создает дуэль. Выбери скалу. Скалу. Я скалу выбрал. Давай. Выбирай скалу, там оружие. Как оружие я не выбрал. Только что выбрал же оружие. Ну, еще раз, видимо. Господи. Ладно, кашку давай.
Отойдите один кто-нибудь, он пишет. Регистрируйтесь, решите вопрос, кто круче, отойдите один кто-нибудь. Ну давай, я 20 косарей поставил, может тогда я создам, просто ты рядом со мной стой. Да, один регистрирует, да, отойди тогда, я сейчас начну. Нормально, я же сделал, нет? Этот игрок сейчас создает дуэль. Не-не-не, тут видишь, в чем беда. Понятно. Отойди тогда, сейчас я сделаю, ага. Во, все, ожидать ответ от соперника, давай. У вас нет денег для ставки? Я выиграл 100 баксов. А у тебя нет денег, как ты можешь их поставить? У меня 3300 долларов, как у меня нет денег? Да? Окей, да. Еще раз давай тогда. Сейчас. Сколько ты денег выбрал? Женя, у меня нет 20 тысяч, понимаешь? А, все, я понял. Выкинь поменьше денег. Блин, что... 20 тысяч он поставил, слышишь? Куркуль, давай как-нибудь понижнее убивать, а то на стену ты у нас там снайпер, а давай проверим, кто еще снайпер где. Так я и на штаны тоже мастак. Поэтому нормально. Мокрые штанишки дяди Жени. Да. Я на свои стены могу обои клеить, да? Могу. Не используя никакой клей, да? Могу, конечно. Так, окей, начать. Давай. Вот. О, все. А оружие что не выбирается? Подожди, 3, 2, 1 же. О, вона. Я не попадаю хоть раз? Давай, один раз вроде попал. Что-то мы как-то... Это ни о чем, но нет. Ну я просто убил, видишь. Я выиграл 2000. Вот, ладно, видишь как. Вот это нормуль. Интересненько. Вы выиграли дуэль. Плохой с тебя Дантес, сударь. Да. Зато я на стены не стреляю. Реально, по крайней мере, вот если какой-то агр вызывается вот в игре, да, то есть ты можешь вызвать агротюньку. Просто на дуэль? Кинуть перчатку, так сказать. Как раньше люди решали, то есть там за девушку любимую, допустим, да, побороться. Либо тут можно побороться за что? За бизнес. Да за все можно бороться. Таких, Бургер Кинг и еще какая-нибудь забегаловка, да? И тошниловка у Ашота, да. Это моя земля. Нет, это моя. И ставят они свой бизнес на счет, то есть сумму, стоимость своего бизнеса ставится, да, на дуэли. Потом кто выиграет, получает себе этот бизнес. Хорошо. Да, Жень, было бы у тебя, конечно, было бы у меня побольше денег, я бы сейчас, конечно, разжился. Я ставил 20 косарей, но у тебя не было 20 косарей, печалечка. Ну так вот тебе и ну так. Давай узнаем, каким образом у тебя эти деньги появились, да? Ням-ням-ням, ну, бывает. Вот я об этом же. Я сдал много очень жидкости целебной, да. Слушай, а оружие так не появилось, да? То есть его нет как бы. Нет, конечно, какой хитрый. Оружие ему подавай с дуэли. Оружие появится, нет? Нет, его же выдают, приходит гарсон, приносит чемоданчик, открывается, достают, и потом обратно сдается все после дуэли. Угу. Как прям Пушкин с Дантесом. Угу. И так далее. Дострелялся, Женек, да? Что дострелялся? Я на стены не стрелял, это ты стрелял. Ты, по-моему, на стенку мечче стреляешь, чем у меня. Нет, я на штаны мечче стреляю. Так что вот так вот. Так удобно. Слушай, я скоро, вот, знаешь, как родное, вот эти вот все поворотики. Вот, ну, эти, знаешь все, уже все места, правильно? Такое родное уже. Ну, ездили постоянно, правильно уже? Постоянно, да. Нет, чтобы как-то взять, да, и капитально вот город поменять. Просто... О, ну, наверное, это нельзя делать, наверное, я думаю. Почему? Ну, если только... Хотя как ты карту переставишь? Это же, наверное, как-то ее... Знаешь, ролики, где люди вот прям ездили, там была, по-моему, Снежная Россия. Да. А зимняя, да, вот это вот. Были наверное... Волги, там разные моды понаставляли. Может, это МТА был какой-то, нет? Я просто представляю, как оно все лагает, и какой-то пипец. Ну, может, и не лагает, кстати. Чему бы? Моды обычно грузят игру. Моды, сделанные криво, это люди же делают. Ну, скрипты есть, вот эти все, да-да-да. Клео, млео. Я смотрю, что-то твой антикрашер не особо работает, да? Ну да, кстати, я вот мне советовали, я все понаустанавливал, и что толку? Все равно вылетает иногда. Видимо, что-то я сделал не так. Так, куда мы едем? Я так понимаю, что сейчас можно погонять. О, вот это хорошо. Есть вероятность, что поедем на гоночки. Гоночки. Так. Ты считаешь? Драчки, гоночки. А нет, это магазин. Сейчас переоденемся, чтобы так попить же выглядеть. Магазинчик. О, здесь раздевалочки. Магазин конфет, да? О. Только конфет там нет. Так, о, подожди. Не особо. И можно женский скин выбрать, можно мужской, да, получается? Гудлак. Да. Подождите, какой гудлак? Я еще не выбрал ничего. Куда? Стоять. Гудлак. Гудлак, мудак. Гудлак, бедлак. Вот так, да. Это как гетлаки кругом мазафаки, ну, да? Вот то же самое, да. Так, что такого выбрать, а? Давай вот так. О, свадебный наряд. Мне кажется, я шикарен. Я вообще прекрасен просто. Я знал, что у меня всегда есть прекрасный вкус на скины. Да. Так что, ох, нифига себе. Женек,
А, Лукашенко, ты похож на Лукашенко. Ну а что? Классная шутка. Я, по-моему, ее когда? В 2012-м слышал? Не знаю, может быть. Шутканули так, помню, в то время еще. Лукашенко, да, есть тут. Женя, а ты на Гуф... А, нет, наш водитель похож на Гуфа, а ты на Гуфа ученый похож. Шутка удалась, Гуфа похож. Конечно, такая же шуточка. Нужно соответствующее оружие. Ну, мне можно картофана дать, в принципе. Гуфу можно косяк. Мне можно самотык дать. Самотык дать можно какой-нибудь. Или пойти там, это самое, моделькой в этом спермобанке побыть. Нет, самотык просто нужен. Там сразу повысится у них производительность. Я тоже так думаю. Просто сидеть как эксгибиционист, да? И все. Бургершот. Окей. Вижу. Так. Так, нужно. Секс-шоп. О, мне как раз соответствует. Оружие продается не в секс-шопе, наверное, не? Это для меня, видишь, мадаму привезли, сейчас она купит. О, ты сотри оружие в секс-шоп и пошли купим что-нибудь. Войти. Что название, давай войдем. 150 бачей стоит вход. 150 баксов. Слушай, у них прикольно, то есть ты можешь зайти и выйти уже $300. То есть ничего не покупая, ты просто уже делаешь выручку магазу. Это прикольно. Окей. Жень, бери стропон побольше. Мне кажется, что у тебя там бездонная дыра. Бездонная. У вас нет лицензии прям на ношение оружия. Вот, а я тебе говорил, купи, Олег. Да зачем мне? Мне нужна только машина. Это не картошка. Ага. Это не картошка. Ничего страшного, я без оружия буду. Ах, вот так. Женя, там был каннибализм, я тебе объяснял уже. Ну как, не знаю. Один человек обслуживал, мне там непонятно, что вообще происходило. Тебя другой человек обслуживал. Угу. Сначала за 4 тысячи, потом за 2, потом за доллар, оказывается. Развод чисто, лохотрон такой попался. Ничего, Женечка, ты купил оружие? Да, самотык купил. Отлично, значит, самотык? Ну, а больше ничего я не могу. Я же соответствующий скин выбрал, значит. То есть, нет, чтобы купить самотык, мне нужна, оказывается, лицензия на оружие. Не, ну как, смотри, как расценивать. В туалет мне диплом там инженера-механика не нужен, например, нет? Нет. Телефон для связи нужен. Давай, если нас потеряют, то мы уже позвоним. Это смешно. Лицензия на ношение телефона. Да. Кто знает на связь, да? Да. У вас нет образования, потом скажешь, закончите там институт связи. Это телефон сенсорный. У вас нет образования, чтобы пользоваться. Да, вы тормоз. Так, используйте так, number, number, ID. DICE, да, и все подряд купим. Презерватив можно купить. О, это я куплю, кондом. Да, бери, тебе пригодится. CD-плеер, Vehicle Lock куплю, DICE куплю. Все куплю, короче, я все купил. Камера отличная, я тоже все купил. Ну так, практически все. А мне вот интересно, как здесь действует фонарик. Как выйти теперь отсюда? Не знаю, вот. Я покупаю еще дальше, тут еще много товаров. Фонарик как работает? Угу. Я не знаю, сейчас посмотрим. Хоп, бля. Почему-то сбрасывается оружие и все. Зачем ты меня фотографируешь? Жопа. Зачем ты фотографируешь эту курочку? Это жопец снимал. Жопец он там снимал, что, а? Тут еще есть попугайчики какие-то. Попугайчики. Свинки, макаки. Так. Drink wine. Smoke, чтобы закурить. Какая, да? Какая дядя Женя у нас красивая. Смоук. Покажи свои картошки. По картошке. Так, окей. Я буду пить и гулять. Так, аж кошка скроется автоматически через 5 секунд. Ну, окей, окей. Он не присаживается, смотри. Что, Enter, нажми и все. Я нажал. Так, понятно, давай заходи. Подожди, пью. Сейчас. Что случилось? Я напился, все. А, понятно. Так, все хорошо, я просто напилась. Как бы информирую, что у тебя там в жизни происходит. Я же говорю, я напился, да. Все. О, а что такое? Я сел и не сел. Еще раз. Садись давай. Пьянь. О. Номер вашего мобильного телефона 432045. О, я даже не знаю, я там что-то не обратил внимания, у меня все заполнено вон всякими штучками. Вы приобрели бутылку пива, вы приобрели бутылку вина, вы приобрели фотоаппарат, вы приобрели зажигалку, вы приобрели бутылку спранка. Ты, походу, точно на первое свидание собрался. Да, набор джентльмена. И зажигалка, и презерватив с фотоаппаратом. Да, как Пьер Вудман прям. Запечатли свою неудачу, да. Неудачу запечатлеть? Сомневаюсь. Нет, мы все удачно будет сразу, первый раз. Я же говорю. Первый раз. Ой. Дикобраз. Вот, понимаешь? Хорошо, едем. Нацепил я на тебя сейчас фугас, да? Фугас. Фугас не цепляет. Фугас. А вот я нацепил. А как так? Каким образом? Вставил куда-то, что ли, себе его или что? Я же не спрашиваю, зачем тебе вино, презерватив и фотоаппарат на первый раз. Пить?
А, и фотографировать. Да, логично, Жень, логично. Ну вот, очевидность, она зашкаливает просто. Да, 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 я забыл, прости. А то фугас. Так, куда мы приехали? Мы едем еще пока. А, да, точно. Я думаю, сейчас, после алкогольного опьянения, самый раз тебе покататься... На машинке? На машине, да, там, поразбиваться, разгондонить что-нибудь. Это не мой профиль, ты немножко спутал. Я спутал. А какой твой профиль, расскажи. Мой профиль? Водитель-профессионал. Профессионал, то есть да. Делаем акцент на последнюю «а», да? Да. Ой, подожди, зачем я... Блин. Ах, стыдно стало, стыдно. Нет. Когда усы-то видно. Стыдно, это когда видно, вот как у тебя, например, твое нижнее белицо. Вот у тебя усы видно, вот тебе и стыдно. У меня усов нет. Как нет? А, есть усы, да. Я же говорю, стыдно, когда усы видно. Мне кажется, что твой персонаж тоже усищами обделен. Да? Ну-ка, гляну. Только не на лице, наверное, а в другом месте. Чубакка там. Угу. Там точно Чубакка. Слушай, что здесь происходит? Я не знаю, мы что-то тут кто-то стреляет, нас охотятся какие-то чуваки. Так, открыт набор в мэрию. Задание по заявкам. И смотри, какая жесть, а. У тебя есть оружие? Попробуй фалосом-то покидаться, не знаю. Нет, не работает. У меня ничего нет, кроме фалоса и фотоаппарата. Одинокий фалос. Фотосессия. Так, что там у нас? Открыт набор в мэрию по заявкам на форум. Да, да. Чудненько, чудненько. Ну, видимо, едем в автосалон, я думаю. Все-таки пора бы уже обзавестись машинками хотя бы. Хотя у тебя денег нет. Мы как-то не особо спешим ехать. Да? А, вот, все, приехали куда-то, смотри. Интересно, что это, вокзал? Нет, не знаю. Не приехали. Набор в байкеры, третий левел, W-докер. Автор докер Headhunter. Охотник за головами, да? Угу. Докер, смотри, какой опасный. Почему мы останавливаемся все время? И что-то мы кругами ездим, по-моему. Не знаю, не знаю. Мы уже здесь проезжали вроде возле этого парка, роллер. Скейт-парк. Так. Заметь, Джонс что-то не особо разговорчив. Руди Джонс, да, молчит. Как-то не особо там, типа, парни, сейчас все будет. Ну, это гетто, это понятно. Мы приехали в гетто. Гетто. Ну, что-то как-то по миникарте я смотрю и как-то... Мероприятие? Так... Интересно. Какое мероприятие? Мероприятие. Стоит посетить. Посетить. Давай посмотрим. Давайте глянем, какой... О, Нига бегает. Смотри, сам свой мотоцикл зачем-то стреляет. Бушует. Он дверь стрелял. А, дверь стрелял. Я таки... Я думал, мы на Грув-стрит едем, не? Нет. А какое хочешь ты мероприятие? Чтоб тебя гопанули там, что ли, на Грув-стрит? Ой, Жень, думаю, что тебя первого гопанут. Я картошкой поделюсь, нормально. Открыть телепорт ГОТП. ГОТП? ГОТП. Вы телепортировались, окей. Воу. Ух ты! Опять клетка, или что это? Это бейджампинг, что ли? Наверное, да, скорее всего. Администратор, изъял ваше оружие. Ваше оружие. У меня оружия как бы не было. А у меня изъяли все. Ладно, давай к стенке станем. К стенке на расстрел. Мероприятие такое, знаешь как. Это, наверное, и Сталин такие мероприятия устраивал, я думаю. Ты встал, Жечка? Да, встал, стою, вот, с краешку прям. Уилл Смит ко мне подошел какой-то. Что ты хочешь, Уилл Смит? Палочку свою показать не надо. Выпустите, блядь! Кричит кто-то. А, выпустите, ёпт. А реально, зачем мы собрались? А, не как знаю. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да? Эй, слышь, ты что меня бьешь? Включайте все цвет оранж. Окей. Оранж. Оранж. Все цвет оранж. Я прописал оранж. Ты прописал оранж? Да нет, подожди. А, вот, все оранж стали. У всех ники оранж теперь. Ага, соси, кто-то пишет кому-то. Про Елегу. Что? Про Елегу? Чего? Куплю кар есть 65. Я читаю, куплю карася. 65к. Ага. Пожалуйста, убей. Кому-то надо 330к. Адмирал Мерсер. Шерес. Что происходит? Я ничего не понимаю, я стою возле стенки. Нига стоит с той стороны, кого-то завалил, нормально. Так, ну окей, я посмотрю на вас, где ты есть вообще? Мне тебя еще найти здесь, в этой толще. Где Лукашенко? Он единственный здесь должен быть, вот он. Уйди, мужик. Все, Женечек, поздно пить боржоми. Что происходит, ребят? Почему кого-то... Я же говорю, это расстрел. Муссолини, что ли, командует? Или кто? Слушай, мне не очень понятно. Я не очень понимаю происходящее. Я вижу негр, смотри, стоит сзади. Да. И стреляет девчонку. Его не могут оттуда выпустить. Им посадили в клетку. Зачем ты негра бьешь? Потому что он убил, по-моему, девчонку завалил. Да? Да. Нужно преодолеть все препятствия и забраться наверх, на самый верх. То есть, видимо, здесь паркур будет или бейсджампинг какой-нибудь. Паркур я люблю, вот это интересно. А, скажи мне, куда лезть? Я не вижу. Подожди, пока. Шура, подожди.
Шура, подождите, Шурочка. Шурочка, не спешите, подождите. Вот. Да? Щетка у тебя авторитетная, конечно. Ботинки только в путь щетка полировать, да. Смотри на свои эти девственные леса Камбоджи. Где? А, у меня, ты видел их там, нет, мои леса Камбоджи? Да, видно, смотри, какая волосня. Где? Стрелками не скроешь там эти. Вообще все идеально, как у младенца кожа. Мочите с Доггера. А с Доггера я не знаю, но это не ваше оружие, администратор уже в который раз. А вот с Доггера стоит дед, смотри. А, так, ну что, ребят, двигаемся, нет? Слушай, у меня прям целый арсенал, походу, в инвентаре, раз у меня постоянно изъявляют оружие. Ой, изъявляют, говорю. О! Изымают. Снег, убрали стену. Поехали! А я подожду. Подождите, пожалуйста, вакханалия еще не началась. Да? Здесь просто кретинизм зашкаливает на один квадратный сантиметр, поэтому... Почему кретинизм, Женя, надо забраться, я хочу быть первым. Ой, первым ты не будешь уже, все уже. Всегда. А можно спросить, а нельзя было эти, как бы, поширше сделать чуть-чуть? Потому что люди просто физически не могут забраться. Как говорится, навсегда хотящего первым быть Олежку найдется свой задрот тот, который будет первым. Чё там, что за дебилизм? Да, я серьезно, я немножко не понимаю суть мероприятия. То есть, серьезно, если паркур, то надо, мне кажется, было сделать пошире немножко. Люди не могут залезть. Подождем. Да, подождем. Ты где вообще? Я внизу стою, вот жду, смотрю на этот дебилизм. Прозреваю все в оранжевом, как апельсиновые люди. И все. Пиздец написали. Ну ты вот. Знаешь, я вот согласен. Вот комментарий, с которым реально согласен сейчас. Так, а по-другому здесь никак? Аутисты. Аутисты. ДЦП еще бы, да, вон пишет. ДЦТ. О, все. Сейчас помрут и побежим. Тактика. Хорошо, стоят, ждут, смотри. Нормально? Ждем, все ждут сегодня. Не, оскорблять, конечно, не круто, но... Тупые макаки, собачьи псы. Смотри, а люди-то добрались? Вон там труба наверху. Уже кто-то, да, первый, вот тот чувак, который был, я же говорю, первый всегда будет тот, кто, видимо, профессор уже в этом деле. Как ваше настроение, W170? Не знаю. Кому обращаются только? У меня тоже высветилось. Давай напишем W170. W170. Так. Супер. Ну что, давай попробуем, Женек, не? Можно попробовать. Давай, пошли. Мы должны поиграть хотя бы 2 часа, чтобы использовать приватные сообщения. А, все, понял. Ну, давай попробуем, окей, раз тут уже вроде бы как... Я могу только на первую запрыгнуть. Угу. А дальше? Тут прям бомбит, смотри, как пуканы горят, а? Кретинизм дальше крепчает только, да, вроде? Народа меньше, а кретинизм крепчает. Я люблю паркур, серьезно. Не, ну паркур я тоже люблю, но... Мне нравится, но никогда так много людей. Ну окей. Меня просто-напросто столкнули с первой этой ступеньки, со второй даже. Вперед, я посмотрю, что вообще надо тут делать. И что вообще в конце, да, скажи? То есть мы забегаем, смотри, там лестница такая винтажная. Надо забраться наверх. Угу. Потом пропрыгать вон туда. Лестница винтажная. Давай посмотрим. Мне нравится, я знаю, она вроде как винтовая называется, да? Ну, винтажный тоже прикольно звучит, да. Винтажная тоже нравится, да, винтажный такой. Да, классная лестница. Похоже на бур, когда на рыбалку зимнюю идут. Да, очень сильно большой, это майнкрафтовский бур. Так, там какой-то чел летал только что, ну ладно. Слушай, там какой-то столбик в конце, какая-то платформочка, видишь, да, в конце? Да, вижу. Угу, интересно, ну окей. Так, ну что, пробуем? Ну, вроде людей поменьше. Давай, я до третьего только максимум допрыгнул, дальше меня столкнули опять. Это, видимо, нормалек. Неужели сисястую женщину никто не хочет пускать? Одни мужики, главное, бегают. Вон, женщины-единицы, там они плоскодонки все. Ну, блин. Твою мать. Меня бы хоть взяли, но... Я дальше второго пока не могу пробраться. Вот и я то же самое тебе говорю. Он на третий не цепляется. О, Лукашенко, я за тобой. А, господи. Лукашеночки. Так, Лукашеночка. Ну, прыгай, Женек, давай. Давай, о, красавелла, женщина. Наконец-то ты в своих чулочках подпрыгнул. Давай. О, есть, красава. Слушай, до третьего, до четвертого столбика добрался. Так, значит, нажимаем. Вот, аккуратненько. Будь аккуратен. О, красавелла, женщина, давай. Не зря ты отрабатывай свои стринги. Блин, залез. Стринги разделили жизнь на две половинки, да? Да. Так, окей, смотри, слушай, здесь прям как поэтому. Палка-тесту надо по прямой идти. Палка-тесту. Ну, когда копы спрашивают. Я не могу забраться, тут массовая драка. А я могу, я забираюсь. Смотри, я уже на первой деревянной платформе. Не, Женечка, я лучше посмотрю так. Ты же любишь паркур. Не сдавайся, Олежка, я люблю давай. Паркур, но у меня нервы не выдерживают. Ну не сдавай, просто, ну не сдавайся.
Жень, ну не надо. Пожалуйста, не надо. Ну не сдавай, ну пожалуйста, Жень, ну не сдавай. Не надо, я тебя прошу, не зли. Я тебя умоляю, пожалуйста, я просто посмотрю, как ты это сделаешь. Ну ты же такой фанат паркур, ну Олег, ну давай. Да, я очень большой фанат паркур. Ну давай, ну ты сможешь, раз я смог, ты тоже сможешь. Да, да, да. Я на винтовой лестнице. Я вижу. Да? Ты что, видишь мои белые стринги? Я вижу, как ты поднимаешься. Я профессионал. Я не люблю паркур, но я поднимаюсь, в отличие от любителей паркура, которые не хотят подниматься. Так, Жень, каре, не троллируй, не надо. Нет. Потом придется потом боярышник пить. Кому, тебе или мне? Не надо, нам надо нервы спокойными держать. А, окей. Че, как искать? Собирайся, мудак. А, ты все-таки решил, я думал, ты будешь пить боярышник, внизу сидеть, ждать меня. Вот если меня сейчас чувак сбросит, будет печалька. Слушай, как долго подниматься-то по винтовой лестнице? Эй, курица, не падай! Живи! Мудозвонка! А, нет, ну, все порядка. А, у нее нет мудей, чтобы звенеть, ладно. Окей. О. Ну что, получается? Да, конечно. Фанатов паркура все получается. О, лестница это. Ох, лестница. Да, лестница это жопа. Это не то слово, Женя, жопа. Это пипец. Пипелаца-то. Кто-то на вертике летит, слышу. Я слышу, да, что вертик там гремит. Так, окей, я добрался. Так, тоннель. Может, меня подождешь? Сейчас давай, ух, какие глюки. Ты сейчас в тоннель залезешь, ты просто прозреешь. Я всегда это подожди любил меня делать. В начале туннеля сейчас. Я любил это делать на УИФе, а здесь это вообще глаза просто офигевают. Ты бежишь вперед, знаю, и тебе да, кажется, что ты зрение. Плывешь обратно. Да, поэтому это смешно очень. Так, давай, Лукашенко, я мы двигаюсь, тебя правда? Верим. Да двигаешься. Прыжком надо делать, прыжком, а? Прыжком. Да каким прыжком? Ты че? Я прыжком все прошел лестницу, я не поднимался. Я а, окей. У-у-у! О! Во. Глюкометр зашкаливает. Давай, 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 давай. Как будто на месте бежим, слушай. Беговая дорожка массовая. О, что-то вертухан, по-моему, врезался, да? Да, взорвался. Все. Блин, на мозги давит, конечно. О, это капец. Это. Ну, видимо, ну, тренировать сетчатку это нормально, в принципе. Фу. Вы че, я упал. Да ладно. Я перелетел эту хреновую планку, и все. Я трупообразный теперь. Бля, подожди, чат. Я добрался. Я трупообразился, поэтому нормально. Все, все плохо. Я оказался вообще в жопе какой-то. А второе место у тебя пишут тебе. Как второе? Тут три человека, я третий был. Написано, Олег Брендит, это второе место. Есть два победных места. Видишь, ты второй. Ты занял победное даже место. Фу, было хорошо. Я перелетел немножко. Так, я оказался в какой-то жопе, я не знаю, что мне делать теперь. Здесь какие-то бичи так, стоят. Ну, бичи стоят. Слушай, и... тут ничего так интересного наверху. Ну, симпотно. Ишь, и боярышник пить не пришлось. Ну, вот видишь, как хорошо. А то ой. Ой-ой-ой. Так, ну хорошо, что? Ребят, мы стоим дальше. Банкомат, нажмите Enter. Ну все, я... Он мне денег дали. Я на каком-то вокзале. Ну ты же выиграл. Да, тут денег. Слушай, я бичарники опять ощутился. 50 на 1000, прекрасно. В каком бичарнике? Не знаю, какая-то ЖД-станция какая-то, по-моему. Умер или что? Ну, я же умер, да. А. И я вот на горном велосипеде катаюсь тут. Попкой своей свечу всем. Хотя здесь никого нет, даже ценителей ни попки никаких нет, поэтому ладно уж. Для управления автомобилем используйте левый контрол. Зачем? А, все, понял. Так, как мне попасть к вам теперь? Не знаю, я он упал, и я упаду. О, и давай ты окажешься как раз-таки там же, где и я, видимо. А, да. Так, меня телепортировали, что самое интересное. Ну, и меня с велосипедом телепортировали, хорошо. Ах так, я всегда знал, что Лукашенко такой он. Да, за картошечкой, родимой, да? Щеточный маньяк. Садишься? Да, блин, я Рудзи Джонса выкинул случайно, извините. Давай-ка. Сейчас сяду, подожди. Сейчас все будет. Ага, на велосипеде хочешь сесть? Поехали. А что ты на... Что ты так выгинается, неестественно? Да, что ты топорчишься там вообще? О-о-о-о-о-о! Такой, знаешь? Как аутист прям, вот писали. Аутист, ёпта. Бля. Как аутист там себя ведешь на велосипеде? Садись давай. Ай, блин. Это как в анекдоте, не в анекдоте, это когда же уже старый баян с контактом, типа, всем
То есть, типа, человек не верит в Бога, он аутист, да? Да-да-да. Атеист, аутист. Да-да-да-да. Я как, всегда, как вспоминаю, всегда ну, угораю. Кто не знает понятия, да, они так и утверждают. Или какой-нибудь это ценный камень аутист. Да, да? А, аметист, да. Аутист, да, аутист. Аутист, камень аутист, да. Или как, знаешь, я однажды на работе, когда работал. А сейчас ты не работаешь, скажи, да. Ага. Вот, в общем, там лежал сканворд, и там было написано, там профессионал по птицам, там было написано пернатолог. Пернатолог? Да. Потому что, по идее, это орнитолог. Птицу, не? А? Ты же спец вроде по попугаям, там я слышал. Ага, конечно, да. Я спец по попугаям. Я же не эксперт по попугаям, да? Вот там, был, там и было написано эксперт по птицам. Мне надо было написать орнитолог, а не знаю, пернатолог. Пернатолог. Но факт в том, что оно подошло, это слово, так что нормально. В общем, человек был прав. У нас Эмеральд Айл, да, получается? Ням-ням-ням, да. Эмеральд Айл. А, не сюда, видимо, не сюда, да. Ну, понятно. Хорошо. ПО сеть бургеров. ПО? Интересно. ПО. Я уже, честно говоря, думал, сейчас казиношку пойдем. Да. Раз денежки дали. Сколько дали тебе? Тогда, да? 51 864 бакса. Неплохо так. Ничего так. Терпименько, так, да? Так, здесь у нас головные уборы. Вот это ха... О. Надо хайер выбрать подобающий. Хайер выбрать подобающий. Ну, так много. Выбор интересен. Каски даже есть какие-то бронебойные. Тут, я смотрю, пули непробиваемые. И не только. Слушай, тут жесть, конечно. А что не нравится тебе? Хороший? О! Мне все нравится, я сейчас просто выберу расцветку тебе подобающую. Так, ну окей, я еще полистаю. Это весело, конечно, смешно. Да, 60 бачей, надо еще что-то купить. Еще что-нибудь купить? Так, интересненько. Ой, мама мия, окей. Так, что у нас тут есть? Каски... Шляпки. В принципе, мой перс и так в шляпе, понимаешь? Угу, двойная шляпка. Ну ладно, я такой выберу. Вот интересненький, очень плавающий такой. Смотри на мой шлем. Посмотри, как он у меня переливается, смотри. Вижу, да. Жабавненько. Чудненько. Жабавненько, окей, нам. Поехали дальше. Шапочку оделим. Аутист. А что, выгнулся там? Двойно двухкасочник, короче, да. Просто чувак не хотел повредить шею, вот и выгнулся. А, ну позвоночник повредит тогда, будет миопатом тогда, я не знаю. Не аутистом, так миопатом тогда. Миопаты, миопаты, это как опята, да? Опята. Так, что мы, куда приехали? Ням-ням-ням. Я предлагаю не выходить после каждой остановки Джонса, хорошо? Потому что... Можем поработать немного, чтобы заработать на оружие. Угу. Поработать немного, чтобы... А с такими деньгами стоит ли работать вообще? Стоит ли нам работать, сударь? Зачем? У нас куча денег. Да, можно все купить в гетто где-нибудь. Клаунспок. То есть ты там отоварился, тебя сразу оприходовали и все, и забрали обратно. Идеально. Гопанули, ну, денежки твои, и все, и ты снова стал бичом. Визаж. Визаж? Какой фасас, как фасас-фасас. Какой пейзаж. Да-да-да, Эрмитаж, Эрмитаж хотел, и три слова вклеил в одно, вот и получилось. Это чай-пяй, то же самое. Чай-пяй, да. Да, не печь, а чай-пяй. О, с нами аутист. Черт, теперь оно приелось у меня везде. За нами аутист. Ладно, друг, если ты это смотришь без обид. Да, без обид, просто это... Может, да, это просто приелось, это вредное слово. Плохое слово, да, не надо так называть людей. Да, я извиняюсь, конечно, если обидел, не хотел. Но что-то, судя по его езде... Так, мы приехали, да? Ну, да, я надеюсь. По всему Amunation, да. То есть работать нам не пришлось. Вот я сомневаюсь, конечно. Да хорош стрелять. Слушай, меня сейчас убьет. Я зашел вовремя. Фу. Я тоже. А ты думаешь, у него 100 баксов нет? Так у меня жизнь, все, у меня на один выстрел, я трупанул сейчас. У вас нет лицензии на А у меня есть. А вы не будете носить оружие, потому что вы лалка, да? Хорошо? Как я тебя? Я купил себе. Молодец, Ипта. Ипта. Окошко скроется автоматически через 5 секунд. Да не бей ты его. Да не надо меня бить. Все, я на покупал себе. Отлично, Жень, теперь ты меня охраняешь. Да, я первый выхожу. Ням-ням-ням-ням, окей, давай попробуем. Чек 163, хотел налог. На улицу, я вышел. Так. Слушай, налог мэрии даже есть, представь себе. Где этот аутист, который в меня стрелял? Значит, я не зря его так назвал, да? А, все верно было. Я его машину хотя бы покоцаю, чтобы скотина... А, все.
чтобы на ремонт. Машина, видимо, на атомы и молекулы расщепилась, да? Ну, мне такое не бывало. Я кидал гранату. А, есть такое, да-да-да. И он пропадал просто. Эффекта не было, и просто так пшик. Пшик и нету, да. Печаль, просто привалила осень, да? Да, вот-вот-вот. Практически так. Так. Сколько нас играет сегодня? 228 человек. 2 до 8 играет. 2 до 8 играет. Чудненько. Но со временем расширится и будет там, я не знаю, 13.37, 14.77, например. 14.88, да. То есть онлайн, в принципе, подрастет, это правда. Посмотрим. Паркинг. Слушай, мы не поработали, мы решили сразу купить оружие, все-таки как-то сломать систему немножко. Высунься и постреляй. Высунься. А не могу. Аж нажимаю, ничего не действует. А ты МП5 не покупал, да? Покупал, кажись. Подожди, а нет, 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 нет. Было стрелять, я, да? Купил М4, я купил М4, райфл и шотган. Ну ладно. Эй, хотя, да. Даже стрелять-то не в кого. Куда? Я в воздух, что ли? Дагестанец, что ли? Нет. И на свадьбе не дагестанец, кого же стрелять? Вот, вот. И не на приори едем, так что ж, куда? То есть не так занижен, чтобы стрелять, да? Да, да. А приори мы едем не на приори, к сожалению. Не на посаженном тазике едем. Так что больше на Линкольн похоже. Не знаю, не знаю. Что не знаешь? Ну, хорошо ли ездить вообще, в принципе, на заниженной машине? Если ты чувствуешь, это жопой, ты чувствуешь каждую кочку, каждую неровность. Почему же? Там ставят стоечки такие забавненькие, которые мягко везут тебя, так сказать, попку твою. Ты живешь на Западе, где дороги хорошие, или в Европе, где нормальные дороги, платные, допустим. Да. То там, да, там приятные. Хоть, блядь, беги, там приятно. Беги, как аутист, все равно нормально все будет. Куда мы приехали? На завод. А, да ты что? Серьезно, сударь? Действительно. Давай погрузчики возьмем, поугараем. Давай попробуем вот эти вот машиночки. Чего? Вы не работаете грузчиком? А, надо пойти сперва грузчиком работать. Пойдем сперва работать грузчиком. Давай. Куплю я Лего. Я думаю, Олега купит. Куплю Олега, там и Лего написано. Что такое Лего? 12 за бочку, отлично. 12 за бочку. У меня двойная каска модная. Одна перед... Там такой взгляд, знаешь, потерянного нигера. Вообще подкаска, да. Скажешь, что я сделаю? What the fuck, он скажет, что я сделаю вообще? Окей, садись на погрузчик, поехали. Форклифт. Подожди, а что не заводится-то? А. Слушай, интересное меню. Ctrl зажимаешь, держишь, и тогда срабатывают какие-то функции. Видишь, как, да? Давай его поднимем. Поднимай же. Так, а что, как сделать? Нажать? А, вот. Поднимай, поднимай, поднимай. Поднимай Джонса. А как поднять? Подожди, у меня не поднимается. Я вообще не... Ладно. Нет, ты, видимо, отключил случайно. А, вот. Напоследок поработаем. А дальше жизнь в гетто. Смотри, надо ехать туда. Улицы поубирать, вот. Улицы поубирать, что, ассенизатором хочешь быть или что? Нет, грязь на улицах, Жень. Вон, смотри, нам надо на метки ехать. Видишь красные метки? Поехали. Блин, как заносит на этом, на шоссе-то. Да, вижу. Ох, какой звук классный, как будто дрель в стену прям. О, бочки стоят. Отлично. Пожалуйста, подъезжаем к бочкам. Взял бочку, все, я взял бочку с нефтью. Мне нравится, это единственная работа, которая мне доставляла. Да, веселая работа. Веселись, как обычно, и все. Бухай, стреляй, да? Да, бочки катай. Все. Я твою бочку катал, да? Ты куда? А, ты гамбургер подцепил зачем-то? Нет. Да, ты у тебя Джонс сидит на этих, на вилках на твоих. Жень, давай бои устроим. Давай, это что? Это как, это знаешь, Twisted Metal на Соньке, давай. Давай, Женечек. Twisted Metal, давай. О, прочить начал, отлично. Я валю боком, давай. Тазовод валит боком, да. На. Тихо, ша. Ша-шашка. Крыша едет не спеша, да? А может вот эту машину белую поднять давай? Давай попробуем. Так, как на стрелочками, да? Стрелками, да? Вроде как да. Там page up, page down вроде был, не? Да. Сейчас попробуем. Нет, что-то у меня не срабатывает. Подожди, control. Control. Так, light, boot. Bonnet, что такое? Не знаю. RT, LT. DN, lights on, DN. Как поднимать-то, ёпта? Ладно. Камера работает, понятно. Ну, ладно. Ну, не объяснили, мы не знаем, к сожалению. Там написано, я что-то не могу... Что такое LT? Вот смотри, up and down, это понятно, вверх-вниз? LT, RT, что такое? LT, alt? Левый, alt. Left, может. Right, наверное, не? Да, но... Левый alt, правый alt. О!
Давай. Чего? Не получится. Это такой автомобиль, который не переворачивается. Пойми уже в конце конечно, концов. Конечно, Жень. Видишь, я боком валю, мне пофиг. А так почему же. ты реально не переворачиваешься? Я же говорю, это такие кары, которые не переворачиваются. Да, конечно. Да, ты не играл? Центр тяжести идеальный, да? Да, да, они как шарообразные. Шарообразные, шарообразные. Жень, у тебя что-то прет сегодня, походу. Не, ну я всегда так выражался, не знаю. Когда, где ты выражался? Всегда, не знаю, в обиходе, в жизни вообще. Как именно? Ну вот так вот, все, я трупообразный. Когда спать сильно хочу, я говорю, все, я трупообразный, ничего не хочу делать. В этом плане? Да. Я говорю просто, я сонный, допустим. А-а-а. Да, то есть все просто. Ну да, так да. Давай ты с того конца разгонись, а я давай, с этого. Давай, в лобешник прямо, а где ты есть, куда ты делся? Вот я тут. Я тебя не вижу. Разворачивайся, сейчас я. Ну ты развернись. Я развернулся, давай. Разгонимся, давай. Все, поехали. Поехали. Давай. А что уехал, твою я мать? Я равнялся, ты там вилял. Ну ничего, давай еще раз, сейчас поворот сделаешь. Господи, ладно, давай. Давай. Есть? Давай, раз, два, три. Да я не разогнался же, Жень. Ну да. Я не разогнался ни хрена. Это не помешало тебе перевернуться? Мне, то есть, перевернуться. Тебе, да. Ты что, в задочек-то даешь? В задочек даешь. Я не даю в задочек. Даешь ты вот как раз. Ты как раз задочек дал сейчас, хорошо. Нет, я же тебя врезался в твой задочек, не в свой. Так ты и даешь задочек? Нет, я тебе даю задочек. Женя, ты дал задочек, что ты отнекиваешься? Да-да-да. Килики, ёпта. Давай, может, машину сдвинем? О, чувак едет, сейчас я его шибану. Давай, где? О, с бочкой. Рудзи вон, Рудзи Джонса. Ты куда поехал? Решил по трассе покататься? Нет, я думал. О, на бочину его. И реально не переворачиваются. Я же говорю, у них вообще идеальные. Они матрешки, знаешь? Этот, болванки или как назвали? Ванька, встань-ка. Да, Ванька. Игрушки. О, а почему у меня горит красный пункт? Поехали в красный пункт. Танкер с прицепом для перевозки. Давай возьмем танкер. Чем паримся? Вам нужен танкер, окей. Я даже машину не буду оставлять загонять в гараж. Так, давай танкер. Я просто пойду возьму танкер. Это танкер? Похоже на то. Давай я к тебе сяду. Чего? Вы не работаете в доставке? А, пошли уволимся с этой работы? А, действительно же. Слушай, интересно, прям вот как все это быстро происходит-то? Прямо вот грузчиком были? Были. Одну бочку привезли? Привезли достаточно. Дальше можно. Давай я к тебе сяду. Давай. Чтобы не... Так, 100 машин, подожди, стоять. Ай! А, так это не ты сел? Нет. Блин. Это Рудзи сел. Ладно, я тоже возьму тогда переделку эту. И как тут встать надо? На красную метку, видишь? А, у меня метки нет. Зачем ты капот открыл? Я не открывал. Я открыл. Так, что дальше делать? Что, у меня нет метки красной. У меня тоже пропала метка почему-то. А, цистерна надо, твою мать. А где он? А, вон там цистерна. Вижу. Ну окей, здесь заправка есть, интересно, смотри, закупка, это закупка нефти, это не заправка. А как фиксировать? Ням-ням, нажми Ctrl. Нет. Там написано должно быть в Ctrl, нет? Нет такого пункта? Так, boot... Нет, не пишется. Не знаю, может ты разберешься. Boot open LT... РТ. Самое интересное, чувак сидит и ни слова не говорит. Понимаешь? Ага, он просто да. Как будто мы все знаем тут. Как особенно делать. Особенно я команды. Не знаю, серьезно. Ну, я попытался. Я попытался. Чуток. А, так еще ровнее надо. Сейчас, прям идеально надо ровно, что ли? О, я подцепил, все. О! Эй, воу, да. Слушай, автоматически подцепка, это вообще... Че ты там колбасишь ее? Я не знаю, мне не цепляется. Все, ты цепанул, ты с цистерной, ты с цистерной у меня уже, ты зацепил ее. Ты цистерна, ты цистерна, ты цистерна, ты цистерна, ты че, ты упоролся, что ли? Какая ты цистерна? Поехали, давай, угорать, ёпта. Цистерна, говорю. Поехали угорать, Жень. Давай на цистерне. Гомнерне, ёпта, давай поехали. На чем? Гомнерне. Ну, это я зарифмовал с говном, понимаешь? А, шутка-минутка, да, окей, ну хорошо. У-у-у, отлично, так, мне нравится. А ты быстро подцепил, да? Да, очень. Да я заметил, да. Быстро, Женя, очень, молниеносно, ёпт. Так, смотри, что нам надо? У тебя оружия нет? Нет. Аутист ответ. А может нам... Так, Женек. Что? Ничего. Пш, да? О, шикарно. Это было шикарно. Свою. Цистерну уронил.
Ты свою цистерну уронил. С меня что-то течет. А, это чувак ссыт в окно, я понял. С тебя что-то течет, на тебя ссыт. Да, я смотрю из окна, что течет. Давай, угорни здесь на этом. Я посмотрю, давай. Каким образом? Ну, заезжаешь, разгоняешься, и у тебя цепля... вот так, да, отлично. Замечательно вышло просто, просто как божественно. Какого практически. Да-да, какого аутиста практически. Да. Все, я на бочок лег спать, отдыхать. Все, я думаю, здесь может заканчивать. Да? Все, давай подойдем к нашему курьеру, или как его назвать, экскурсоводу. Гиду. Стой, гид, в гамбургер гид. Гамбургер гид. А, слушай, ты, Брэндит гамбургер гид. Гид. Что? Гид-гамбургер. Гамбургер-гид, брендит, видишь, как все прям как прям положено. Да, Жень, ты, походу, переиграл, я смотрю. Или, может, тебе вот то, что у него изо рта там течет. Ну, если ты шутку юмора не понял, то это не моя проблема. Ну да, конечно, я ж не понял. Шутка ж юмора была. Гамбургер-дит и Али-брендит. Ты шутканул. Ну, как и ты шутканул, тоже там сказал что-то про цистерну, там, я не знаю. Так ты там... Нет, не про цистерну, а что-то другое там было. Не знаю, какой-то дом, особняк. А, ну давай, давай. Снаружи такой маленький, а заходишь, что это капец. Сейчас я не помню такой... Подвал. Это подвал? Ну, как сказать. А чтоб у меня такие подвалы? Значит... Чё? Бракосочетание, назначить свидетеля. Не, Жень, давай без бракосочетания. Введите имя вашей второй половинки, нажмите далее. Сейчас введу. Я предлагаю закончить здесь. Подожди, я хотел твой ник ввести. Не надо, я не буду с тобой тут в брак вступать. Якшаться не хочешь, подлец? Давай за Джонса. А давай за Джонса. Давай. Так, как у него там Роузи Джонис? Хорошо. Объявляю вас аутистами. Это было забавно, да? Роуди, окей, сейчас попробуем. Сейчас, поженить. Он как указ, как приказ, понял? У вас нет дома, без дома, короче, никак. А, ну все тогда. Бездомный аутист. Ньюс, детектив Баиди Шифровщик, цифру в ПМ. Что ты несешь, твою мать? Ну, в чате читаю вот последнее сообщение. Чат, я думал, что-то какой-то бред начался уже. Какой-то спонсор, шмонсор, детектив. Че? Танцуй, бич, танцуй. Родной мой. Слушай, если ты меня убьешь, где я появлюсь? Давай проверим. Ты хочешь это проверить? Да, интересно. Ты уверен? Давай попрощаемся. Давай. Не таким же образом, твою мать. А каким? Эй, слышь, чувак, да? Да-да. Анкл, предлагай. Анкл, предлагай. Иду, уже иду, уже иду. Начать церемонию, окей, еще раз пишем. Не за меня только. Роуди. Ты прям пишешь, да? Ну да, приходится Руди, а не Роуди. Роуди. Руди. Роуди же. Какой Роуди? Руди Джонс. У партнера уже есть дом. Да при чем тут дом? А, Роуди, там Зет еще. Зет еще, Зет еще, да. О, кто пришел, смотри. Окей. Старый металюга пришел. Он был уже, да. Отлично. Так, давай. Так. Да я не буду с тобой предлагать. Нет, Женечка, нет. Ну давай, давай, ну что ты, я же женщина был. Ой, давай предложи другому. Ах, вот так ты, изменник родины. Отклони предложение от бракосочетания, нормально. Ишь ты какой, кощевыгодный, блин. Так, как нам писать-то? Роудзи же, там у него Зет еще есть. Джон. Вот я тебе говорю, что он не родит. У партнера уже есть дома, ему нужно продать его. Короче, тебя. В любом случае ты. Предложи старому металлисту. У него тоже не работает. Тебя остается только. Предложить тебе. Ладно, хрен с тобой, давай. Блин, вот это вот плохо, что писать. Там было проще, когда мы участвовали в этом. Новая семейная пара. Ну, заебись, конечно. Новая пара, да? Подать на развод можно. Давай, Жень, сразу на развод. Давай, Серёга. Не успели пожениться, уже можно на развод подать сразу. Окей. Введите имя человека. Да что ты будешь делать-то? Неужели у меня столько жен, чтобы вводить постоянно? Введите имя человека. Скотина, сволочь, психопат, истеричка. Трубадур, ёпта. Аутист. Аутист. Вы приняли предложение от Uncle Sam о разводе. Все. Я не хочу тебя видеть. Ой, все, уйди отсюда. Ой, все. Ой, ты что? Ну ты же не хочешь меня видеть больше. Все, давай заканчивать, может, как-то. Давай, давай. Да, конечно. Все, ребята, заходите. Задрот Сиси. Задрот Сиси, да? Сиси-дрот, поэтому заходите, играйте. Или задрот CC, называйте как хотите. В принципе, было очень весело, поугарали. Да? Ссылочки в описании. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.
Бля.